есть ты всегда себя хочешь ассоциировать, да, в сказке, с Золушкой, с принцем. Хотя я не могу сказать, что я была очень мечтательной девушкой и не витала в каких-то чудесах. Всегда как-то реально размышляла, что только возможно своим трудом, своей ответственностью чего-то добиться в жизни. Знаете, вообще это один из моих любимейших балетов. Поставлен он был достаточно давно, в 2002, по-моему, году. Но я уже танцую очень много лет его и всегда с огромной любовью отношусь к этому балету. И вообще это один из самых таких сейчас прогрессивных балетмейстеров Алексей Ратманский. Я постоянно делаю с ним новые работы в разных точках мира, в разных театрах. Поэтому каждый раз возвращаюсь к этой Золушке и удивляюсь, как музыкально, как невероятно Алексей достиг Прокофьева музыки. То есть он совершенно открыл даже музыку Прокофьева для меня по-другому. Аплодисменты — это все равно, что ты со сцены не можешь говорить, да, то есть ты танцуешь, ты выражаешь своим языком танца, своими эмоциями. Также зритель, он, в принципе, может крикнуть в конце «браво» или посвистеть, но прежде всего это эмоции изнутри, они выражаются в аплодисментах. Поэтому это определенная такая отдача эмоциональная, которая тебе, прежде всего, помогает, это внимание, любовь. Если это есть, конечно, это тебя тоже так же воодушевляет, как их воодушевляет то, что происходит на сцене.